В зале сотрудники аэропорта, ветераны, почетные гости. Праздник один для всех. 40 лет международному аэропорту Анапа. В документальном фильме 40-летняя история развития и модернизации аэродрома. Олег Долганов 21 год трудится в аэропорту. Самое главное в его работе – обеспечение безопасности пассажиров. Новые технологии прошлись и по его подразделению. Что касается моей службы, например, вот таких аппаратов, которые досматривают грузы, багаж, пассажиров. Тогда таких не было. А сейчас все условия. На экране тебе показывают, что там есть. Есть опасные средства, нет опасных средств. И нормально все. Ну что было, когда я пришел? И что сейчас стало? Вот особенно после реконструкции, земля и небо. Работа ради миллионов пассажиров, обеспечивающая надежное авиационное сообщение. Успехи аэропорта – колоссальный труд всех специалистов. Отличились сотрудники во время проведения Олимпийских игр. То, что нам удалось провести Олимпиаду и не получить ни единого замечания, получить похвалу от всех авиакомпаний, это, конечно, достижение и показатель того, что мы не работаем, как каждый аэропорт сам по себе, а мы – это группа единомышленников, которая всех объединяет, в общем-то, одно умение правильно делать свое дело. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие предприятия сотрудников наградили почетными грамотами, отметили многолетний стаж работников воздушного транспорта. Именно аэропорт является основной жилой в составе курортного сезона. Это крупная налогооблагаемая база. В последнее время произведены крупномасштабные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Сотрудников аэропорта наградили медалями за возвращение Крыма, за отличия, проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан Республики Крым, проведении референдума. Все с честью выдержали данное испытание. Все показали высокий профессионализм, надежность в обеспечении безопасности нашей Родины. Современное, стремящееся к новым вершинам и рекордам предприятие с каждым годом уверенно берет одну высоту за другой и становится все динамичнее.